буквально несколько лет назад, чтобы сделать коронку. У меня развалился зуб, и мне сделали коронку. Уровень сервиса мне тогда очень понравился. Я пришел в стоматологию Альбис, не могу сказать, что попал случайно, мне посоветовали коллеги. У меня были перманентные проблемы, как бы они все больше и больше начинались, ортодонтические. Вот. У меня передние зубы очень сильно ушли внутрь, очень большая скученность была зубов. Вот. Я стал выбирать разные клиники, консультировался с разными врачами, у которых я консультировался. Они говорили, что мне нужно удалять два зуба сверху или же даже четыре. Два сверху, два снизу, для симметрии. Вот. И вот Евгения Александровна Иванова, которая является главврачом клиники Альбус, она единственная сказала, что вам там 95%, 99% ничего удалять не нужно будет. Вот. И, в общем-то, вот прошло уже несколько месяцев, она сказала, что в течение 2-3 месяцев это разрешится, и действительно, на верхней части все расправилось. Вот. Вот я также хочу сказать, что мои родственники здесь лечились у Светланы Владимировны Орловой. Тоже ее профессионализм произвел впечатление, внимание и качество работы. Вот, я тоже ей показывался там по одной проблеме. Вот, да, я тоже ее могу посоветовать. Вот. То есть вообще, и вообще, в общем, очень хорошее впечатление складывается о клинике Альбис. Внимание специалистов, вежливость, аккуратность, ну и самое главное, качество. Вот лечение меня очень устраивает в этой клинике. Поэтому я хочу посоветовать ее всем.